Любовь к путешествиям заставила жителя Лонгипаса оплатить крупный судебный штраф. Дело в том, что игорчанин решил отдохнуть за границей, позабыв о долге в 600 тысяч рублей. Такое наказание ему назначил Кандинский районный суд. Мужчину признали виновным в незаконной добыче рыбы группой лиц по предварительному сговору. Выплачивать штраф предложили частями по 30 тысяч рублей в течение 20 месяцев. Однако делать это рыбак не спешил. Ситуация решилась, когда судебные приставы ограничили неплательщику выезд за пределы страны. Должник вышел на связь, ведь под угрозой оказался долгожданный отдых. Мужчина погасил весь штраф и без долгов и ограничений отправился в путешествие.